Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 19 июня. В студии вновь Светлана Звонарева и Влад Портнов. Продолжается чемпионат мира по футболу. Уже завтра в Казани очередная игра. Иран-Испания. Не пропустите. О чемпионате, матчи которого проходят в том числе и в нашем городе, обязательно поговорим. И вот еще о чем расскажем в программе «Здравствуйте! Сегодня». Чемпионат мира по футболу продолжается. Как работают волонтеры в Казани? Приятного аппетита! Готовим летние оладьи из кабачков. Советы юриста. Что делать, если вас затопили соседи? Кстати, помимо интересной информации, сегодня у нас еще два розыгрыша. Если вы еще никогда ничего не выигрывали в нашей программе, у вас есть все шансы. Ну а пока вернемся к теме чемпионата мира по футболу. Наверное, вы видели яркие шатры, расположившиеся на нескольких улицах Казани. Давайте узнаем больше о работе волонтеров в эти жаркие спортивные дни. Казань – гостеприимная столица чемпионата мира по футболу, которая рада приветствовать всех – спортсменов, туристов и болельщиков. Для удобства гостей в нескольких точках города установлены специальные информационные шатры, в которых с 9 утра до 9 вечера волонтеры расскажут и покажут, как добраться до стадиона, по какому режиму работает транспорт и где поесть, что посмотреть, кроме футбольных матчей. Установлены они в самых посещаемых туристических местах – на Центральном железнодорожном вокзале, в Казанском Кремле, в Старо-Татарской Слободе и на улице Баумана. Каждое утро к нам заходят туристы, просят карту Казани, посетить какие-нибудь экскурсии Казани, также задают различные вопросы. Вопросы бывают разные категории, мы пытаемся как можем им помочь. Также туристам здесь будут раздавать специальные справочники и путеводители на 6 языках – русском, английском, французском, фарси, испанском и немецком. Можно получить афишу всех мероприятий, а также скидку на их посещение. В шатрах помогут забронировать экскурсионные автобусные туры. Волонтеры очень вежливые, отзывчивые, очень молодые, симпатичные все. Отвечают четко, ясно, внимательные очень. Впечатления очень хорошие. Футбольные болельщики приехали не только из разных уголков России, но и из почти всех стран мира. Волонтеры говорят с ними на их языке. А мы продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу. Следующая игра между сборными Ирана и Испании пройдет в Казани 20 июня. Здравствуйте, наша программа продолжается, и продолжим тему чемпионата. В нашей студии Гузель Ананьева, генеральный директор департамента продовольствия и социального питания Казани, и Ольга Чукова, главный кондитер департамента продовольствия и социального питания Казани. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, рекорд всех времен народов, 4-тонный чак-чак был изготовлен. Кому и как пришла эта идея? Ну, идея пришла совместно с нашей мэрией. Мы думали, как удивить наших гостей, наших жителей в преддверии такого интересного мероприятия, которое мы ждали уже очень долго. И на самом деле изначально планировали сделать чак-чак 1,5 тонны. То есть задача такая была. Ну, аппетит пришел во время еды. Потом за неделю нам была поставлена задача сделать 3 тонны. Но вот мы увлеклись, разошлись и в итоге как бы перевалили за 4 тонны. Сколько продуктов туда ушло? Ну, 4 тонны. Тоже тонна. Тонна меда, то есть мы специально ориентировались, чтобы это был наш местный производитель. Около тонны муки и 12,5 тысяч яиц ушло на этот чак-чак. Сколько человек вот работали над этим шедевром, уже можно так сказать, наверное? Ну, у нас весь цех полностью, все 20 человек. Мы, конечно, менялись, чтобы уши отдыхали, потому что нарезка, видите, какая мелкая, она все вручную режется. Да, какое время тогда, если вы менялись, это получается процесс? Ну, где-то 20 дней мы делали, и последние вот 5 дней перед вот уже основным вот этим вот днем мы 5 дней вот делали форму. Уже не давали. Да, я хочу сказать особенность чак-чака. То есть вот сделать вот эту плоскую форму, в принципе, ну, трудностей нет. Можно и 5 тонн, и 10 тонн сделать, то есть брикетами. На самом деле сложность была сделать шар, потому что мы вот в прошлом году участвовали на Сабантуе в Париже. Там была 30-градусная жара, и мы тоже привезли угощение в виде шаров. Они, естественно, под лучами солнца все развалились. И у нас была задача, на самом деле, вот этот шар сделать, чтобы он был правильной формы, в форме мяча.
пригласили рекламщиков. На самом деле это очень сложная конструкция была. Мы ее набили в департаменте и вот всю ночь увозили. То есть, если честно, Ольга Алексеевна даже скидывала видео. Я говорю, не скидывайте, потому что нервы были на пределе. Было очень опасно уронить его, не дай бог, что-то с ним сделать. Ну, все получилось как нельзя здорово. У нас здесь есть уменьшенная копия. В тысячу раз на которую я смотрю уже неравнодушно, влюбленными глазами. Здесь 4 килограмма, там было 4 тонны. Поэтому в 1000 раз уменьшенная. Ну и сертификат рекорда России. Да? У нас есть сертификат. Это самый большой чак-чак. Чак-чак в мире. То есть до этого был рекорд 1 200 тонн. Мы как бы перебороли. Нам причем коллеги сказали, что буквально накануне к ним обратился тоже один из городов и попросил зарегистрировать рекорд 1 800 тонн. Они сказали, что все уже то поздно. То есть в городах России тоже чак-чак они сделали? Ну да, хотели вот порадовать. Ну, это же наше национальное блюдо. Это понятно. А вот не хотите ли вы замахнуться вот теперь на книгу рекордов Гиннесса? С таким-то произведением. С таким руководителем можно. Ну, с другим блюдом, может быть, с чак-чаком. С другим блюдом. Но это было бы все неполноценно, изготовление чак-чака, если бы мы его не съели. Ну, как мы. Расскажите, кто его ел вообще? Да, эта задумка была, естественно, угостить всех жителей наших и гостей. И до этого как бы были опыты, когда раздавали 1,5 тонны, 2 тонны чак-чак, и говорили, что, в принципе, скорее всего, чак-чак не уйдет. Но когда вот у нас осталось 700 килограмм, мы просто, я сказала, увозим в департамент, потому что мы хотели еще поделиться этим чак-чаком с детишками, которые в республике, в интернатах, в детских домах. Поэтому вот мы с субботы начали развозить чак-чак, в принципе, так, чтобы попробовали все жители нашей республики. А подсчет какой-то, ну, примерный хотя бы, ввели, вот скольких людей удалось угостить? Ну, тот день на площадке было 25 тысяч посетителей. И всем досталось? И, в принципе, да, любой желающий мог подойти. И, если честно, я даже была удивлена, когда люди в прикуску чак-чаком пили пиво. Наверное, это... Это было странно и нелогично. Это все было в фан-зоне, да? В зоне фан-феста. Ну, очевидно, что иностранцы в большом количестве тоже попробовали чак-чак. Что говорили, как выражали свои эмоции? Им очень понравилось. Причем мы в этот момент продавали и на нашей торговой зоне, то есть где вот у нас большой основной ресторан. У нас очень много чак-чаков в тот день ушло. То есть люди даже покупали его после того, как попробовали. Поэтому я считаю, что это... Людям очень понравилось это блюдо. Как быстро вообще, в какое время вот смели, скажем так? За 3 часа. За 3 часа. А готовили? 20 дней. 20 дней. Сколько труда и за 3 часа. Ну, зато сколько наслаждения, зато какая память замечательная. Ну что ж, есть еще идеи, другое блюдо, да, которое мы бы могли сделать еще больше, например... Ну, это тоже, наверное, что-то, как выпечка какая-нибудь. Обязательно национальная, то есть надо... Или ичпочмак какой-нибудь. Кто-то предложил ичпочмак, да? Да? Ну, у нас следующее будет мероприятие мировое. Молдкин, это имеете в виду. Ага, замечательно. Ну что же, спасибо большое за утреннюю... За вкусный рассказ. Да, за вкусный рассказ. Мы вам желаем удачи. Пускай... И все-таки попасть да, в саму да, книгу да, Гиннесса. Да, да. Ну и пускай спасибо. Огромный ичпочмак тоже получится... Чтобы пальчики оближе. Хорошего вам дня. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. И снова здравствуйте. Продолжаем нашу программу. Настало время для астропрогноза. Итак, внимание. Овны, утром старайтесь как можно больше общаться, особенно с руководством. Вечером обострится интуиция, прислушивайтесь к знакам судьбы. Сегодня тельцы зависят от чужого мнения и даже сверяют с ним свои поступки. Не стоит этого делать. Думайте прежде всего своей головой. Близнецы, раннее утро – самое благоприятное время из всего дня. Успейте сделать как можно больше. Днем настраивайтесь на трудную работу. Вам вряд ли удастся ее избежать. Рак, вторая половина дня позволит вам восстановить утраченное душевное равновесие. В это время постарайтесь спокойно обдумать планы на жизнь. Лев, если хотите все успеть, станьте сегодня ранней пташкой. Днем ваш утренний оптимизм сменится совсем другим настроением. На вас начнет оказывать сильное влияние непростая домашняя атмосфера. Дева, чтобы заложить надежный фундамент для будущих достижений, вам временно придется вернуться в прошлое. Возможно, пора обратиться к семейным традициям, к былым партнерским или дружеским отношениям. Ну а мы продолжаем время рубрики, в которой мы рассказываем вам о счастливых людях. Живет в нашем городе удивительный человек – Павел Кузьмич Клетнев. Родился он в 1924 году. Несмотря на солидный возраст, помнит каждый миг довоенного, военного и послевоенного времени. Как будто это было только вчера. Какова же она, война, глазами нашего героя? И 41-й год. Вот
июнь 22-го, погода была такая прекрасная, вот тоже тепло, тишина, мир на земле. Вспоминает Павел Кузьмич, как в начале войны работал на 22-м заводе, а летом 42-го года был отправлен на фронт. 7 ноября 42-го года мы принимали уже присягу. Присягу принял-то, ты уже теперь солдат, отвечаешь по законам военного времени. Кругломленцы Ленинградской области, а мы здесь в блокаде. Я потом это писал письма в деревне, как сейчас помню. Значит, здравствуйте, родители. Я воюю там. Откуда? Трудно вернуться. Думаю, не можешь догадаться, что в блокаде. Ну, а цензура все это, маскировали, не давали. Ну, война есть война. Вот осталось на всю жизнь памяти, как мы нас провожал Ленинград. Марш славянки. Я до сих пор, как вас услышу, славянка, у меня аж сердце замирает. Ну, как и вот было, марш славянки. И по этому марш славянки мы, значит, ушли, потом нас сразу в сторону построили, и мимо нас проходили на передний край подразделения. Нам ребята маршут. Вы куда, ребята? На большую землю. Это из блокады нас молодых на большую землю. Подразделение там в лесу определили расположение. На следующий день уже, значит, изучение парашютов. Ага, значит, попали, кажется, мы в десантные войска. Вот укладка парашюта, тренировка прыгать. И, значит, через неделю, наверное, сразу на аэростат поднимают, оттуда тренировались мы с аэростат сначала. Потом самолеты прыгали. И вот, значит, уже все, я был уже десантник, гвардия, сталинская гвардия нас называли. Павел Кузьмич участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Вены, но самая важная и дорогая сердцу медаль – за оборону Ленинграда. Для меня эта медаль самая ценная в моей вот жизни, службе. Там, что я видал, что такое жизнь человека в Ленинграде. Помню ленинградскую горбушку хлеба. Нам норма была фронтовая 800 грамм, а нам давали только 500 грамм. 300 грамм давали голодающим детишкам. Павел Кузьмич рассказал нам, в чем секрет его бодрости и силы духа. Он каждый день делает физическую зарядку, а еще практически каждый год прыгает с парашютом. У него есть заветная мечта. У нас здесь есть в Казани кадетская школа имени Бориса Кирилловича Кузнецова. Моя цель – добиться, чтобы нашу эту кадетскую школу переквалифицировать на кадетскую воздушно-десантную школу. У нас тут сейчас в школе там 170 кадетов прыгали с парашютом. Они уже десантники. И мы готовим уже резерв для наших десантных войск. Уже готов десантник после кадетской школы. Павел Кузьмич Клетнев – воплощенный образ героя нашего времени. Герой, достойный подражания. И снова здравствуйте. Наша программа продолжается. Лето на дворе, вы как выжатый лимон, без настроения, бодрости и радости в глазах. Пересмотрите питание, призывают врачи. Даже разовые перекусы фастфудом снижают жизненный тонус. Булки, шоколадки, многослойные бутерброды и картошка фри изобилуют простыми углеводами. Ну а гликемический индекс их превышает все разумные пределы. Так что, съедая что-то подобное, вы резко повышаете уровень сахара в крови, который через полчаса также резко падает, и вам снова хочется есть. Продолжим тему здоровья. Владимир Золотцев готов рассказать, что такое виниры. Радмила Хакова уверена, что белоснежная искренняя улыбка – самый быстрый путь к успеху и в жизни, и в карьере. Поэтому она обратилась в стоматологическую клинику для исправления некоторых особенностей своих зубов.
Я вообще считаю, что зубы, здоровье зубов и их красота напрямую влияют на уровень жизни, на качество жизни, на ее уровень, на уверенность в себе, на то, как ты себя чувствуешь. Радмила хочет, чтобы ее зубы были здоровыми и красивыми. Современные технологии в стоматологии позволяют достичь этого с помощью виниров. Это тонкие пластины, накладываемые на зубы. Они позволяют корректировать цвет и даже форму зубов. Сначала делается несколько фотографий, рентгенологическое обследование, диагностические модели, делается предварительно восковая моделировка нашей улыбки. И когда мы все эти этапы согласовываем, уже приступаем к следующему этапу. Естественно, на каждом этапе мы имеем возможность подключить смежных специалистов, которые нам бывают нужны, терапевты, хирурги, ортодонты, для того, чтобы получить идеальный, правильный результат. Радмила сейчас на этапе установки временных реконструкций. После окончательного утверждения формы, размера и цвета изготавливаются уже постоянные виниры. Толщина виниров чуть больше глазной линзы. Они изготавливаются из разных материалов – медицинского фарфора, циркония, алюминия или керамики. Современные виниры клеются очень последовательно, препарируются, подготавливаются. Идеально должна быть работа лаборатории, чтобы при фиксации не было никаких зазоров, кариозных полостей, скрытых, которые остались незамеченными, тогда будут служить долго. Единственное, что может нарушить, это какое-то физическое воздействие, типа какого-то орешка, камешка или края вилки, или там травмы, ДТП. Ну, тогда все эти вещи рассматриваются индивидуально. Для отслеживания динамики процесса доктор использует сверхточную фотосъемку. Улыбочку, пожалуйста. На фотографиях отчетливо видно, какими были зубы Радмилы изначально и какими стали после установки временных реконструкций. Виниры – превосходная возможность получить по-настоящему звездную улыбку. Конечно, полноценная реконструкция зубов винирами может занять несколько месяцев, но результаты процедуры действительно впечатляют. Это было совершенно не страшно, совершенно не больно. Правда, я думаю, что многое еще зависит сейчас от того, как изменились технологии и от того, насколько удачно вы выбрали врача и клинику. Лечение проходило в несколько этапов. Сначала мы лечили все зубы, потом исправляли прикус, я носила ортодик, капу, и затем уже мы устанавливали виниры временные. Вот сегодня утром мне их установили. И последним завершающим этапом будут уже постоянные виниры, и они будут уже со мной надолго. Есть теория, что люди, которые часто улыбаются, чувствуют себя счастливыми, несмотря ни на какие проблемы и сложности. Виниры – неплохое решение, чтобы стать увереннее в себе. Встречают все-таки по одежке и внешнему виду. А уж затем можно представить окружающим и весь свой многогранный внутренний мир. Ну а сейчас, наверное, самый приятный момент, как для нас, так для телезрителей, потому что мы любим дарить подарки, но не просто так. Итак, у нас время первого розыгрыша. Эти билеты на концерт Араша в Корстен на сегодня получит тот, кто ответит нам, с какой очень известной российской девичьей, я еще добавлю подсказку, поп-группой Араш исполнил композицию «Восточные сказки». 570-50-75, звоните, отвечайте, но пока мы продолжим, и наши малыши не остались в стороне от происходящего чемпионата мира по футболу. Сейчас они нам расскажут, что же они думают о футболе. Мы расскажем про футбол! Футбол – это игра с мячом. Если попадет сетку на крае, то ты выиграешь, и тебе дадут приз. А если не попадешь, то тебе не дадут приз, и тебя наругают. Футбол – это тренировка, чтобы у спортсмена было много сил. На футболе нужно долго-долго бегать, а потом пинать мяч. Ну, не в людей, а в ворота. А если вратарь поймал мяч, то гола нет. Он молодец и смог защитить свои ворота. В футбол играют только мальчики, а девочки не умеют играть. Потому что у них ноги короткие, и они могут упасть. А если забьют ему гол, то дают приз. Вот
Футбол – это когда нападает на ворота, а вратарь охраняет свои ворота. А если нападающий забьет гол, ему даст медаль и кубок. В футбол только играют мальчики. И они делятся на три команды и пинают мяч в сетку. Футбол смотрят по телевизору и кричат «Ура!». А те, кто не смотрит футбол, тот не спортивный и толстяк. Футбол – это круто! Это круто, да? Делится. То есть не хотите быть толстяками, смотрите футбол. Тем более есть прекрасная возможность не только по телевизору, но и, так сказать, вживую в эти дни. Да. Да, я так вот думаю, делится на три команды, кто третья команда? Ну, видимо, судьи. Да. Ладно, хорошо, давайте разбираться с Арашем и его песней «Восточные сказки». С кем же он исполнял эту композицию, с какой поп-группой? Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро. Да, как вас зовут? Здравствуйте, меня Эльмира зовут. Итак, с кем же Араш исполнял эту песню? Блестящая. Блестящая. Ну, конечно. Блестящая. Блестящий ответ. Конечно, конечно, конечно. Ничего не планируете на вечер, отправляем вас на концерт Араш сегодня. Два билетика, поэтому можете подумать, с кем отправитесь на это представление. Сейчас анонс проектов ТНВ. Сегодня на нашем телеканале будет много фильмов и программ. Смотрите и выбирайте. Госпожа Неверова была любовницей компаньона своего мужа и тайно передавала ему конфиденциальную информацию. Господин Голубев. Да, прошу прощения. Но не будем строги к этой женщине. Муж готов простить ее и назначить ей ежемесячное содержание. У меня все. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Случайная встреча, которая изменит жизнь успешного адвоката. Он думал, что для него не существует нерешаемых задач, пока не оказался между долгом и любовью. «Папа в законе» – премьера на ТНВ сегодня в 9:00. Что ждет нас после жизни земной? Кого призовет Бог, а кто будет отвергнут? Надо ли христианину бояться суда Божьего? На эти философские вопросы пытаются ответить создатели программы «Не от мира сего». Смотрите сегодня на ТНВ. Боцман, аварийную команду. И носилки, да побыстрее. Есть аварийная команда. Володя! Что? Юнкерс. Сюжет этого фильма построен на исторических фактах в ярком художественном переосмыслении. Действие происходит во время Великой Отечественной войны и через несколько лет после ее окончания. Однажды советский торпедный катер встречает таинственную немецкую субмарину без опознавательных номеров. Охотясь за ней, герои фильма вскрывают много страшных тайн Третьего рейха. Секретный фарватер сегодня на ТНВ. Если вы еще не были на обновленной набережной озера Кабан, открытой в дни чемпионата мира по футболу, обязательно сходите, посмотрите, прогуляйтесь. Но мы пока вам покажем, как там здорово. Внимание! Очень красиво и, что немаловажно, погода прекрасная, да, располагает, да, прогулкам. Итак, сегодня температура днем до 26 градусов, поэтому и шорты... даже ночью плюс 16. Замечательно.
серьезных осадков синоптики не обещают. Вечером есть небольшая вероятность дождей, ну, маленькая, совсем маленькая. Будем надеяться, что дождей не будет. Поэтому, если у вас сегодня есть желание погулять, обязательно это сделайте. Озеро Кабан, Фанфест, у нас огромное масса количество, мест, да, да, огромное количество вариантов, куда время можно прогуляться. Сейчас вас ждет небольшой блок рекламной информации, ну а дальше вы узнаете, как похудеть при помощи щетки. А также, как приготовить оладьи из кабачков, и еще один розыгрыш у нас. Доброе утро еще раз всем. Настало время для обещанного розыгрыша. Итак, вот эти билеты в Казанский дельфинарий на новое шоу достанутся тому, кто знает ближайших родственников дельфинов. 570-50-75, наш телефон прежний. Небольшая подсказка, эти ближайшие родственники просто огромные. Итак, 570-50-75, мы продолжим нашу программу очередным полезным сюжетом. Сделать живот плоским и подтянутым. Этот вопрос волнует многих девушек. Очень часто от фигуры мечты нас отделяет не только лишний вес, но и такие проблемы, как целлюлит, дряблость кожи и растяжки. В сегодняшнем ролике мы покажем вам простую и действенную технику массажа, которая в комплексе с правильным питанием, спортом и косметическими средствами поможет вам обрести тот самый идеальный живот. Особенно рекомендуем попробовать этот метод тем, кто приходит в форму после родов или похудения на много килограмм. Главная цель массажа – улучшить кровообращение и лимфоотток в проблемной зоне, что, в свою очередь, ускоряет процесс сжигания жиров и помогает лучше усваиваться компонентам тех средств, которые вы используете по уходу за своей кожей. Сейчас вы видите два главных инструмента, которые понадобятся для процедуры. Более подробно о них мы расскажем в процессе. У самого массажа есть три этапа – разогрев, активные действия и успокаивающие. Начинаем с разогрева. Для этого мы используем щетку со щетиной из натурального ворса. Купить ее можно в магазинах для саун и бань, а также в аптеке. Движения должны быть активные. Важно знать и помнить несколько правил. Двигаться надо либо по часовой стрелке, либо от мелких лимфатических узлов крупным. В процессе массажа ваш пресс должен быть напряжен. Это защищает внутренние органы от ненужного воздействия. После активного разогрева вы почувствуете легкое жжение. Покрасневшая кожа – хороший признак. Фаза разогрева должна длиться около 5 минут. После можно приступать к активной фазе массажа, во время которой обязательно нужно пользоваться либо специальным массажным маслом, либо любым другим, которое есть. Подойдет оливковое, органовое, кокосовое. Можно также применять антицеллюлитные и лимфодренажные крема. Активно прорабатывайте проблемную зону складочным и щипковым методами, уделяя особое внимание низу живота. Помните про правильное направление – от мелких лимфатических узлов к крупным или по часовой стрелке. Для массажа также можно использовать вот такой массажер. Не забывайте напрягать живот и прорабатывать бока. Продолжительность активной фазы от 10 до 40 минут, в зависимости от того, сколько у вас свободного времени. По ее завершению обязательно уделите несколько минут для последнего этапа, цель которого – успокоить вашу кожу. Мягкими поглаживающими движениями двигайтесь по часовой стрелке. После этой процедуры желательно толстым слоем нанести антицеллюлитное или увлажняющее средство, или же сделать обертывание. Массаж усилит их действие в несколько раз. Эта техника применима также и к другим зонам – ягодицам и бедрам, например. Помните, что для достижения результата очень важен комплексный подход, регулярность и упорство. Ну вот у дельфинов нет таких проблем, потому что они, да, потому что они плавают все время и правильно питаются. Ну а кто же у нас ближайшие родственники дельфинов? Сейчас узнаем. Доброе утро, как вас зовут? Алло, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Да. А меня зовут Алина. Алина, очень приятно. Мне кажется, ответ киты. Ну, большие родственники и дельфинов. И вам правильно кажется. Конечно, конечно, дельфины, да, все верно. Отправляем вас в дельфинарий, ура, мы за вас где рады. Вы поближе познакомитесь с этими замечательными, ну, животными. А вот кто они, животные, это мы узнаем, наверное, в следующей программе. Сейчас у нас советы юриста, что делать, если вас затопили соседи.
Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Итак, очередная бытовая проблема, у которой наверняка есть юридическое решение. Нас затопили соседи. Куда обращаться и что делать? Итак, для начала вам необходимо узнать причину и устранить ее. Далее, вам необходимо обратиться в управляющую организацию, сообщить о затопе. Далее, необходимо попросить управляющую компанию составить акт о затоплении квартиры. Данный акт является очень важным документом, так как в нем фиксируется факт затопления квартиры, фиксируется повреждение, также в нем указывается виновник, если его возможно установить на месте. Далее, вам необходимо определить стоимость ущерба. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту для уточнения определения вреда вашему имуществу. Для этого, после получения заключения независимого эксперта, вы должны обратиться с претензией к виновнику. В случае, если данная претензия игнорируется, вам необходимо обратиться в суд. Как часто удается добиться возмещения ущерба? В данном деле очень важным является акт о заливе квартиры. В случае, если данный акт составлен правильно, и он составлен в принципе, то из 10 9 дел являются выигрышными. Ну что ж, спасибо. Желаем всем дома обходиться без чрезвычайных происшествий и не доводить до судебных разбирательств. Снова доброе утро. Цвет одежды, которую вы носите, может рассказать о вас все. Так считают ученые из Международного университета Святого Луки, Японии. Япония и школы медицины университета Глазго, Великобритания. Итак, пышные женщины по статистике обычно выбирают платье черного, темно-синего или других темных оттенков, а также любят одежду с цветочным или растительным орнаментом. При этом им нравятся разноцветные юбки, а также крапинка или горошек на тканях. Что касается мужчин с высоким индексом массы тела, то они предпочитают покупать черные или белые брюки. Шикарное исследование. Авторы исследования рекомендуют тем, кто успешно похудел, начать покупать одежду не только меньшего размера, но и других цветов, чем прежде. Такой ход, по мнению ученых, может психологически помочь снова не начать полнеть. Ну а сейчас продолжение темы. Очередной быстрый и полезный рецепт. Для приготовления этого блюда возьмите 1 небольшой цукини, зубчик чеснока, 2 столовые ложки муки, 3 яйца, зелень, соль и перец. Кабачок очистить и натереть на крупной терке. Зелень мелко нарезать. Яйца взбить солью и перцем. Добавить порезанный чеснок, травы и хорошо перемешать. Затем положить кабачок, муку и снова перемешать. Обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты. Приятного аппетита! Мы все живем футболом в эти дни. И в нашей студии Лисян Гилязова, научный сотрудник отдела выставочной деятельности Национального музея Республики Татарстан, и Павел Краснов, научный сотрудник отдела музейно-образовательных программ Национального музея Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе Итак, утро. В дни чемпионата мира по футболу музей представляет особую программу гостеприимства. Что интересного? Абсолютно верно. Национальный музей разработал очень расширенную программу для всех болельщиков. Я, пользуясь случаем, хотел, конечно же, благодарить наше руководство всей нашей страны за инфраструктуру потрясающую. Вот. А, конечно же, для всех болельщиков иностранных мы подготовили программу гостеприимства. Название отвечает само за себя. Каждый день матча, который будет проходить на стадионе «Казань-Арена», то есть, да, у нас в городе, у нас будет в музее каким-либо образом освещаться. Либо до матча, либо в день матча. Ну, это, кстати, да. В Казани игра завтра уже, следующая. Завтра уже, да, абсолютно верно. Поэтому завтра, видимо, какой-то будет... Испания-Иран, да, для испанцев и иранцев. Мы тоже подготовили интересную программу «Хоровод дружбы народов».
О. Да, она вот так называется, очень любопытно. Мы научим их игре «Ручейки по Волжье», так называемой, традиционной игре музея, где мы одеваемся в национальные костюмы и будем обучать их национальным языкам по Волжье, танцам, традициям. Различным. Правильно, пусть знают. Пусть знают, куда приехали. Выставка «Татарстан. Спортивная республика». Что там можно понаблюдать, что можно увидеть? У нас на выставке очень большое количество экспонатов, причем собраны награды ведущих татарстанских клубов. И, кстати, в день открытия у нас был Кубок Гагарина. То есть Акбарс также был представлен на нашей выставке. Хоккейный клуб Акбарс, который стал трижды обладателем этого кубка. И им также посвящена экспозиция. Ну и, конечно, сам Кубок Гагарин был, он пользовался большим успехом. Ну и большая часть этой выставки посвящена футбольному клубу «Рубин», который в этом году также отмечается 60-летие. Ну и также представлены награды этого клуба. Это и Суперкубок России по футболу, обладателем которого он дважды являлся, и Кубок чемпионов России, и отдельные витрины посвящены футболисту Карадениза. Легенде номер 61, Да, и он приходил к нам в музей. Кстати, а кубки настоящие или это... Конечно, кубки те настоящие. Те самые, которые те поднимали. Те самые Супер. Кубки настоящие. Приходите в музей. Да. То есть здесь представлен и волейбол, и баскетбол, и все вот наши команды основные, и казанские, и челнинский, вот КамАЗ-мастер, 15-кратный победитель ралли «Дакар». Ну и, конечно же, стоит сказать про команду «Зенит Казань», волейбольную команду. Конечно. Им вообще нет равных в мире. Они в декабре 2017 года стали обладателями клубного, победителями чемпионата мира среди клубов. То есть это лучший на данный момент клуб на мира. Планете, да. Да. То есть они вам дали экспонат пока что вот именно на эту выставку? Да. Поэтому, да, надо воспользоваться этой возможностью, обязательно прийти и посмотреть. Да, выставка продлится до 15 июля, до конца чемпионата мира по футболу. Угу. Так, футбольная ночь. Футбольная ночь. Что будет там происходить? Когда? 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 Что делать? И программа какова будет? Да, сразу подать. Это 25 число. Почему футбольная ночь? Потому что музей работает до полуночи. 25 июня, я имею в виду, разумеется, да? С 4 часов дня мы всех болельщиков приглашаем. Мы вообще весь день их ждем, разумеется, да, и нас уже начали они посещать в большом потоке. С 4 часов дня начнется как раз ночь болельщика. Что она себя представляет? В залах музея будет футбольный кинотеатр, где можно будет присесть у нас на удобные стульчики и насладиться футбольными матчами чемпионатов мира различных эпох. То есть, скажем так... Фрагменты, может быть, будут? Или прям футбольный матч? Футбольный матч полноценный с комментарием того времени. То есть, там, начиная от 76-го, если не ошибаюсь, года, то есть, заканчивая 2008-м, где сборная России, как мы знаем, третье место на чемпионате Европы заняла. То есть, мы там возвращаем все такие мундиали, достаточно серьезные, спортивные. Но главное мероприятие будет вовсе не внутри, не в залах музея, а во дворе. У нас имеется музейный двор, своеобразный майдан такой, где мы будем проводить спортивные состязания, мероприятия. И вот в рамках «Ночи болельщика» будут проводиться все игры с мячом, которые можно только себе представить. У нас натянута волейбольная сетка, то есть мы надеемся даже... Ну и ворота наверняка футбольные поставлены. Ворот пока нет, мы, может быть, будем штанги сделать из сотрудников музея. Ну или по старой школьной традиции, из портфелей. Два портфеля, вот, собственно, и ворота образовались. Конечно, да. Хорошо, еще виды спорта, гандбол наверняка должен быть. В том числе, мы пока находимся на стадии планирования. Сетку натянули, поэтому все, что с этим связано, будет. Тут уже мы на себя многое действительно можем взять. Нам это позволяет сделать и территория двора. Вот, помимо этого, конечно же, музыкальная палитра у нас будет наполняться в виде детских коллективов из Дворца культуры Сайдашева. Вот они уже дали нам согласие. Перкуссионисты к нам придут играть на различных ударных инструментах. И мы сейчас практически на стадии полной договоренности еще с двумя казанскими коллективами. То есть живая музыка полноценная у нас также будет присутствовать. То есть это все так обволакивать будет. А вот как раз ближе к полночи начнется квест-игра «Тайны гостиного двора». С ума сойти, сколько мероприятий интересных и разных. Наверняка в эти дни уже австралийцы с французами точно должны были отметиться. Да? Точно австралийцы были, да. Так, я лично, как они? Ну, я честно вам скажу, то, что европейцы отличаются менталитетом от нас. Это сразу же видно. Они как-то свободны от всего. Но австралийцы не особо европейцы.
Ну, они говорят на английском. Все. Ну, хорошо, да, сразу же. Скажем так, западная культура. Западная культура, да. Ну, доброжелательные, на самом деле, люди пришли действительно радоваться, пришли заряжать своей энергией нас всех. И за счет европейцев, за счет фанатов, как раз вот этот чемпионат мира, мне кажется, ощущается у нас в городе. Спасибо им большое. Это правда, чистая правда. Спасибо большое вам за интересные рассказы. Поэтому мы приглашаем всех, не только гостей нашего города, но и казанцев, собственно, тоже. Почему бы и нет? Почему бы еще раз, лишний раз не вспомнить о наших победах? Забыл сказать, все футболисты, фанаты, болельщики, музей при показе паспорта болельщика, да, могут пройти музей с 50% скидкой. Вот это тоже. Еще и бегом побежали делать фанайди сейчас. Да, да, да. Спасибо за идею. Мы вам желаем хорошего дня и успешной реализации всех проектов. Спасибо. Ну, а сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Казани выступит культурных мероприятий. Тегеранский симфонический оркестр за день до игры сборной Ирана в нашем городе. Ее поддержат уникальным выступлением лучшие музыканты и певцы этой страны. Оркестром дирижирует маэстро Шахрдад Рахани, в прошлом руководивший Лондонским королевским филармоническим оркестром, оркестрами Миннесоты, Колорадо, Сан-Диего, Индианполиса, Нью-Джерси и многими другими. Автор незабываемой композиции к открытию 13-х Азиатских Олимпийских игр. Ну а сейчас... Ну а сейчас мы узнаем, что еще интересного на ТНВ сегодня. Внимание. Госпожа Неверова была любовницей компаньона своего мужа и тайно передавала ему конфиденциальную информацию. Господин Голубев. Да, прошу прощения. Но не будем строги к этой женщине. Муж готов простить ее и назначить ей ежемесячное содержание. У меня все. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Случайная встреча, которая изменит жизнь успешного адвоката. Он думал, что для него не существует нерешаемых задач, пока не оказался между долгом и любовью. «Папа в законе» – премьера на ТНВ сегодня в 9:00. Что ждет нас после жизни земной? Кого призовет Бог, а кто будет отвергнут? Надо ли христианину бояться суда Божьего? На эти философские вопросы пытаются ответить создатели программы «Не от мира сего». Смотрите сегодня на ТНВ. Боцман, аварийную команду. И носилки, да побыстрее. Есть аварийная команда. Быстрее. Володя! Что? Юнкерс. Сюжет этого фильма построен на исторических фактах в ярком художественном переосмыслении. Действие происходит во время Великой Отечественной войны и через несколько лет после ее окончания. Однажды советский торпедный катер встречает таинственную немецкую субмарину без опознавательных номеров. Охотясь за ней, герои фильма вскрывают много страшных тайн Третьего рейха. Секретный фарватер сегодня на ТНВ. Ну а сейчас продолжение астропрогноза. Да, вторая половина. Весы, самое время начинать новые проекты. Звезды уверяют, все получится на этот раз, даже если вы сами не особо верите в свои силы. Скорпионы, в начале дня, возможно, временная эйфория, но она быстро сменится апатией. Уже к полудню вы вернетесь в обычный режим жизни и вновь немного загрустите. Стрелец, воздержитесь сегодня от полной открытости миру. Для многих из вас подобное означает уныние и бездействие. Но не расстраивайтесь, прогноз действует лишь на один день. Завтра все будет по-другому. Козероги, самое время подумать об отпуске, а если вы там уже были, то вспомнить его яркие моменты и тем самым поднять себе настроение. У водолеев хороший день, но трезво оценивайте обстановку и не ввязывайтесь в авантюры. Сегодня это чревато ненужными проблемами. Рыбы, эти сутки подходят для переосмысления жизни. Бурные события пока окончены. Время входить в привычную колею и делать выводы. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня, но вот что вы увидите завтра. Чемпионат мира по футболу продолжается. Как развлекает туристов в его дни? Приятного аппетита! Готовим быстро и просто! Форма – простые упражнения для бодрости тела и духа.
Итак, это и многое другое завтра в 8.10 на ТНВ. Ну а сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. Увидимся завтра. Пока-пока. Удачи.